Доброго времени суток, с вами канал Зяблик, мы продолжаем играть в Fear 3. Нажимаем продолжить. У меня было на 250 очков больше. Совсем конченый. Как там теперь ходить? О, порт. Окей. Погоняем чё. И как я из воды выхожу? Ебать. Видел, что ты можешь сделать? Не знаю, я так уже делал. Почему ты ее не таскал здесь? Я не могу ее таскать. Ну а в ролике можешь? Он не таскал ее, он ее кинул. Лопай. Короче, теперь какого-то чувака нужно будет искать. Ну этого, который с нами. О, стелс! Да их уже пожрали там. Стелс надался. Не жрите, он мой! А с них где души падают, кстати? Не знаю, да, падают. С монстров я их выгнал. Да-да-да. О! Зомбяка. Чуваки из этого, из метро, совсем уже офигели. Ужас, что происходит вообще? Тут дверь, кстати, прикольная. И стали! Тут у нас находится какое-то оружие. Автоматы крутые, окей. Возьмем, возьмем. Может, мне поможет? Да, не парься. Не парься, черный, да? Сломо, сломо, сломо! Сломо, сломо. Всех убили сломо. Чем лайты понакидали, блин? По идее, сломо надо было в этой комнате убить. Тогда мы ачивку получили в самом начале. Для их, из пистолета, я знаю. Не из пистолета, там, из любого. Из пистолета, в голову. Я знаю, кто это ачивка. А мы, блин, забежали, промазали. Да и пофиг вообще, знаешь, ну лично мне. То, что я сюда пришел, как бы, не так больше, не больше за ачивками гоняться. За фаном, понимаешь? Да, блин, они из стены лезут. Сраные бордяи. Всю стену поиспоганили. Ну-ка стену мне запилили. Так иди ты вперед. Что ты застреваешь? Я смотрю и наслаждаюсь атмосферой. Собраны 15 обоим с патронами и гранат. Ребенок читает. На всю игру 15 обоим с патронами и гранат? Чего? У меня собрано 15 обоим с патронами и гранат. Ну, 5 из 15. Ой, тут дверь отвалилась. Там души есть? Не знаю. Связь, а ходячие души есть? Ходячие, да, там бегали вроде. И орали что-то еще, как я помню. Одна душа. Эх. Санова бич! Мамка твоя! Это не округленькая сумма! Мне оставить его, чтобы было 15 секунд патронный гранат. Да я что-то не понимаю, что это вообще. Это типа выполнение этого, как понял. Миссии на левел. Надо сразу сказать помощь в убийстве. Я же не какой-нибудь убийца. Чем мне оказывать помощь в убийстве? Блин, я думал, на кухне нас испугают. А что-то нифига вообще. Нифига страшно. Ой, я случайно забрал. Ну ладно, походю с ними. Почему нет? Я помню, бомжей с них хорошо валил. Куда нам идти вообще? Что-то это не работает, это все не работает. А, вот, дверь тоже не работает. Души! Сюда? Окей.
Что тут есть? Нет, ничего. Вообще ничего. Да ты, блин, дай я тебе говорю, я под... Это не я, кстати, сломо активировал. Это не мое сломо. Души! Душа! Еще одна душа, только за стеной. Вселиться! Кто там? Где там? Снизу там... Iron Man? Да. О-о-о. Она... Ему нужно что-то еще снять перед тем, как вселиться. Щит. Как меня никто не видит, а они видят? Это да. Куда нам идти? Ну что, мне понравилось, как этот Iron Man вызывал этих солдат из непонятно откуда. Ой. Get down, son of a bitch. Убивай тех, кого я поднимаю, тебе за это ачивку дадут. Зачем? Давай еще раз поднимем. 25 врагов надо убить так. Ну, давай. А мне надо так поднять 25 врагов, чтобы ты их убил. Потом, знаешь, так сказать... Поменяемся ролями и будем по-другому проходить. Давай, кого дальше? Дальше давай. Помещай цели. Перезаряд, давай, помещай цели. Вот мы бегаем цели. И чё, кого еще? Всех убил. О боже. Какие они? Как даже неинтересно так играть. Всех убиваем. Мониторы светятся. Они даже если... Ну-ка. Они опять пули непробиваемые, мониторы. Да не, наоборот, они пули пробиваемые. Пули-то сквозь них пролетают. Ну нет, ну там... Пули стойкие, назовем их тогда так. Куда нам вообще идти? Мне кажется, не сюда. Или сюда. Мне кажется, что сюда. Тут можно пролезть. Тут нельзя пролезть, нельзя. Выстрелил. Это считалось за врага? Нет. Блин. Ты, кстати, что-то страшное сейчас должно быть. Где? Ну не знаю, ты. Нет? Ну, поднимай кого. Что-то за дверь такое. Ай, держи эти. Чувачки. Оба-на, кто? Кто вернулся? Ой. ФПС просил. Ой, уже. Котяра вернулся. А. Ну мне написал, но я не знал, что это Максим. Что там в Хохляндии все устаканилось? Наверное. Ой, это страшно. Ой, кукла. Фу. Фу-фу-фу. Сейчас я ему напишу, что мы тут заняты немножко. Фу-фу-фу. Кукла Альмы. Блять, напиши мне, чтобы он не звонил еще мне. Я не хочу сворачивать игру. Слушай, это проблемы с записью и всем остальным. Меня это бесит постоянно. Вообще, чтоб мне не звонил еще. На-на-на-на-на. Сегодня мы. Смотри, кстати, туалеты закрыты. Так, что тут? Я в лифт хочу зайти, кстати. Не заходится. Не, слушай, не заходится. Куда идем? Вниз? Походу вниз. Сейчас поменяем. Там не пройти, значит вниз. Вот тут по кровавым следам. Или это не кровь? Нет. Как тут красиво все, я тут живу. Я тут живу. Да кишки. Да вон, смотри, мама ходит. У нее пузико видел какое? Она это жрала, блин. Диета, диета. Он уже все три серии эфира посмотрел. Диета, диета. Нужна диета. Диета, диета. Смотри, тут страшно. Залазим. Там, где страшно, там и мы. Стреляй! Я не успел. Тут локет. Виздор из локет. Идем дальше. Фак, виздор из локет. Я же не помню, где это было. Вроде бы в Контегионе. Контегион? Да. Контегион, Контегион. Так, игра
Это игра Dark Sky? Похоже на Dark Souls. Ага. Рука такая так же. Только как с Dead Space. Ребенок, давай фильмы смотреть. Куда пойдем? Выбирай. Это что? Айко. Сирфуэйс. Короче. Сначала посмотрим вот это. Потом вот это. Ой, смотри, какой фильм. Как раз про нас. Не, фигня. Нормальный фильм. Смотри, смотри, смотри. Сначала вот это смотрим. Ну, дальше, дальше чё. А потом вот это. Ясно. Как же про беременную. Покататься, иди сюда, смотри, как кататься можно. Потом перепрыгиваешь сюда. Смотри, смотри, смотри. Потом такой, нарушитель закона. Давай, беги. А теперь вот перепрыгиваешь вот сюда. О, можно на этих тоже кататься, смотри. Нашли веселье. Смотри, Крис, смотри, я то... Смотри, я вообще посидел. Зачем вертикальный... Точнее, горизонтальный. Ну, это чтобы вообще не ходить, знаешь? Это чтобы для ленивых просто людей, просто impossible ленивый, понимаешь? Это такие, которые, знаешь, идут с пачкой бургеров. Это для impossible ленивых, кстати, можно пролезть. Ну, вот, можно связь установить. Поделимся, конечно. Там все, да! Да все, пойдем, блин, вы сейчас тут, знаешь, день, только день, время просираем. День. Блин, пойдем. Да пойдем. Потом сюда. Да хватит, пойдем. Там фильм нам уже приготовили. Пойдем, фильм приготовили. Тут дверь не открывается. Ну там, в кинозале. Где кинозал? Там кинозал, идем за мной. Чуваки бегают. Они тоже в кинозал. Че ты? Не ссы. Они нормальные. О. Слушай, мне кажется, я уже в эфире перестал замечать кровь. Мне уже пофиг вообще, что кровавое. Да какая разница? Это такая игра, где кровь... Это не в новинку так. Ай, больно. Черт возьми. Iron Man! Или нет? Или это из телевизора какая-то? Какая-то как-то мимо. Как там называется? Там, знаешь, этот фильм, там, где кто-то из телека вылазил? Это... Забыл. Ты, кстати, не забывай, нам нужно поднимать и убивать. Я поднимаю. А эти не катаются, смотри. Блин, эти не катаются. Мы бы, знаешь, как бы сейчас вот зависли. На этих катающихся фигнях. Ой, вертолет. Оп, в голову. Оп, в голову. Оп, в голову. Оп, в голову тебе случайно. Ай, да нормально все. Меня просто так не убьешь. О, вот наш кино... Ютуб. Нет, не Ютуб. Это тоже не Ютуб. Это тоже не Ютуб. Это камера какая-то. Короче, это... Чё там? Чё это? Ну, пистолетики. Фига патронов на ППшку. На. Рен. Они тут все с ППшками. О, отлично. Ой, так это крутые чуваки какие-то. Вот почему в этом, в Планетсайде нету таких ППшек? Потому что они слишком балансные, скорострельные, представь. Понимаешь, за секунду разместил Макса. Ага. Но у них просто пуль не хватило. Бильярд! Давай погоняем. Патрон, слушай. Погоняем в бильярд. Какой бильярд, мне душа нужна. Ой-о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 й! Он бежит! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Он тут был. Why? Мне надо выселиться. Так. Снимаем мужчин. Сейчас не можешь вселиться. Я знаю, у меня мало... Нет, попробуй. А, просто я хочу интересно попробовать. Вот именно нужно снимать щит или нет? Да, нужно. Я без щита не могу. Ну, со щитом... Ну, через стены ходит. Скажи. Почитак. Волхак! Где он? Он тут со мной рядышком. У меня граната тут есть. Окей, я... Давай. Еще одна. Откуда же он выйдет? Вон, сзади. Ой, у меня 3 гранаты. О, нифига ему гранатами, Крис, я ему все снял. Я ему все снял, Крис, хватай его за жопу. Да ничего ты ему еще не снял, ему надо щит снять. Вот, владеть, да. О, видел как? Да. Погнали. Инородное тело, фазовые системы отключены. Видишь?
он тебя не признает. Ну, то есть ты как инородное тело, понимаешь? Ты не свой. Куда нам идти? Мне кажется, мы тут уверены. Тут смотри, как раз свет так мелькает. Подозрительно. Ай, потише, потише. О, установить связь. Делиться. Да давай, мне идти нужно быстрее. Души. Я тебе и говорю, мы тут уже были, боже мой, нам не сюда. Куда идти? Куда идти, черт? Крис. Да. Вот сюда. Я не полазил. Да, сюда, быстрее. Жирный. Ты так оттанцовываешь. Да хватит, все, не стреляй в меня. Дай я тебя заскриню. Да ты... Ты заколебал. Так, теперь тебя надо поднять. Ну, ты зашибись, дверь закрылась еще сзади. Ну, блин. Вот так. Что? Где? Вертолет. Хочешь сюда зайти посмотреть, что тут? Тут дробовики раздают. Даун-даун, сам такой, блин. Что ты там... Что ты там мне сказал? Вынул на автомат, хочу вселиться! Давай, я тебе слоумо даже подрубил. Это какой-то странный автомат, если честно, вот этот вот, который похож как бы на дробовик, но это как бы автомат. Что-то он какой-то очень странный. Сломо, сломо, рубай, сломо. Сломо, 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 да, сломо, сломо. Промазал. Что, ты будешь снизу идти, я сверху, да? Или мне все равно придется прыгивать? Кажется, да. Мне придется спрыгивать. Окей. Чувак тут присел, как пристал, скажем так. А тут лестница есть, а нет, тут не лестница. Зашибись, лестница, блин. Отлично. Это даже лестницей назвать сложно. Идем. Снайпа лежит. Окей, возьмем снайпу. Не, не хочу снайпу. Снайпа это как-то... Они стояли тут и втыкали в пол. Они знали, что я просто там. Ну мы тут были. А, нам сюда, вот. Скорее всего, сейчас что-нибудь откроется, нет? Ну и чё, открывается, нет? Что-нибудь будет открываться? Алло, ты меня закрыл. Меня закрыл, всё. Опять, блин. Ладно, стоп, давай пробуем вот там. Эта хрень стреляет каким-то бал... Подожди, 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 стой, стой, стой. Блин. Дверь. Теперь надо скрин сделать, стойте на месте. Не исчезают. Граната. Так, F12. Блин. Стой, я тебе тоже постреляю по голове. Стой! Нет, я сейчас... Нет! Нет. Нет. Ну, там еще люди бегают. Ну, у них нету такого автомата. Мне еще восстанавливаться надо. Почему тут перепрыгнуть не могу? Что за бред вообще полнейший? Мне это не нравится. У них есть крутой автомат, просто подбери сейчас его. Его друг вон там. Нет, нет, не убивай. Давай быстрее. Вон валяется твой суперкрутой автомат. Ты поди все под троны уже с него спиздил. Нет, с чего? Он бы исчез так. Вон валяется. Вот первый, где второй? Где второй? Вот он второй. А они все как-то странно реагируют на меня. Сломо! Нет, не давал. Вау. Что-то все падает. Командер! Ой! ERPG! Крис! Тут ERPG нам дают. А? Потому что ERPG пригодится сейчас. Против вертолюта. Ага. Вертолют против ERPG ничто. Ой, наводится, смотри, а это ERPG наводится, что ты мне говорил? Да не наводится она ни хрена. Наводится, вот. Лок. Все, навелся. Лок, и пролетела мимо. Okay. Yes, sir. Так, я беру гранатомет. Души, души, срочно, души. А, боже. А, нет. Ё-моё. Где, чё, куда идти? Хрен знает. Опять куда-то непонятно. Эх, куда нас нелегкая завела, а? Не, серьезно, куда опять идти?
А, вон туда, смотри. Тут дырка прорвалась. Что это такое? Ментос, смотри. Падик. Смотри, называется... Как там ее? Падик. Какой-то монстр. Мне кажется. Ты тоже монстр решил озвучить. И что, отвлекается. Пойдем. Все хорош. Так, вниз сходим. Внизу всегда что-нибудь интересное. О, видишь. Поделимся. Жир всегда что-нибудь внизу интересненькое. Мне кажется, самая страшная локация это была тюрьма. Не знаю. Никто тебе не откликнется. Стреляю! Блин. Нау! Ну что-то все летает. Ты их отпугиваешь, что ли? Ага. Я их зову. Экзит. Я экзит нашел. Ой, дверь закрылась. Вниз надо сходить. Точнее вверх. Что там наверху? Тут кишки. О, давай засниму. Смотри, это я, смотри, это типа я. Я тут лежу. Стой, подожди, стой на месте, стой. Вот так вот, стой. Так, вот так вот. Блять, такое явление. А, пойдем дальше. А, да-да-да. Я буду, короче, с этой... давай RPG, это будет моя камера. Сегодня мы пришли в аэропорт и снимаем свой видеобложик. Я поймал его. Кого? Айронмена. О, Айронмен. Он каких-то... он своих прислужников вызвал. Да ты не отпугнешь его, это ж не монстры. Ну так они же должны бояться монстров. Да они, они тренированные бойцы, чего они будут бояться? Дымовая завеса! Ой, так, дымовая. Я должен в него вселиться, ты. Ты помнишь? Я должен во всех айронменов в игре вселиться. Ну ты в того не вселился, хочу заменить. Да хватит вообще. Ну ты же сказал во всех. Ну, во всех, которых смогу. Ничего, ты умный. Знал, что огнетушитель при взрыве наносит урон в этой игре? Да ну нафиг! Я не знал, просто под давлением подумаешь, там куски летят от него. О, смотри, покататься можно! Да? Да, катиться и убивать всех. Давай, как крутые чуваки. Тун-т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 ун. Я пойду ловить айронмена. Окей, я пока пойду убивать всех. Давай в него с RPG шарахну и все. Давай сними ему щит. Ты уверен, что я его держу, держу! Не вижу. Тут держу, все, не держу. Держу. Держу, вот. Давай еще раз. Стой, подожди, давай. Попал. Что он это? Че, ты можешь не усилить? Нет, еще, у него щит. Во! Во, давай. Да. Бери тело, ERPG-шные. Чуваки. Чуваки, чуваки. Друзья-растаманы, мы же понимаем друг друга. Не надо лишних слов, понимаете? Просто в пулю в башню и все. И поехали. Пулю в башню и вперед. Так, походу наверх нам нужен. Да? Не знаю. Ну а ты где? Я тут. Окей, сейчас спрыгну как-нибудь. Надеюсь. Оп, куда нам идти? Я что знаю. Походу надо в самые темные уголки заходить. Сюда, например. Я нашел. Да. Я нашел. Зачистили уровень, теперь, блин. Еще понять, куда идти надо. Я нашел. Бегу. Куда? Наверх. А, вон. Мы там уже были. Мы оттуда пришли, кстати. Да? Пришел, да. Вот тут проход. Вот экзит написан. Не открывается. Сейчас умру. Я умер. Фига, ты так феерично довольно. Умер. Нет? А, во. Тут рычаг. Так.
Он что-то открывает. Покататься! Куда? Сюда, кататься. Все, поехали. Блин, давай быстрее. Заклепался я. Ну, быстрее иди, блин. Окей, ладно. Ну нет, ну я же тебя сейчас телепортирую же. А, я начал рассчитывать. Видишь, ты даже никуда идти не нужно. Сразу же возле меня телепортируешься. Че, может выполним ачивку, так ты поднимать его, давайте. А зачем? Вот на тебе, я поднял. Давай, дальше. Вот на тебе, я поднял. Давай дальше. Че, все? Походу все. Сколько осталось? Ты знаешь, что это, кажется, последняя миссия? С чего ты взял? Потому что по ачивкам это последняя миссия. Че, серьезно? Да. Серьезно? Да. Да ё-моё, убивают. Сколько нам еще ее проходить? Так, ну-ка, сколько раз тебе надо поднять этих бандурас? Мне надо 10-й ранг получить, слушай. Пойдем быстрее. Подожди. 20 убийств ломиком. Нифига себе, играя в петелем, оглушить 100 врагов, которых убьет поэтмон. Чего? Надо мне оглушить 100 врагов, которых ты убьешь потом. Окей, пойдем дальше. Куда нам идти? Вот тут опять, кажется, рычажок. Дальше, да. Переключатель. Такой, так хитро, так. Ох, так. Своими ручками. А тут, кстати, сумки не идут. Тут, походу, кто-то что-то сломал. Ты заметил, что сейчас как-то тихо стало? Наверное, сейчас какая-то хрень должна нас напугать. Ну это же конец, это же сейчас какой-нибудь мегабосс и все. Мегабосс? Вау. Ну, Альму там убьем. Не, мы же наоборот, ей поможем выжить и власть, и все остальное. Нет, я убью Альму, потом убью тебя, потом буду устраивать. Мне никто не даст власть. Понимаешь, если Альма не будет жива. Иди сюда. Тогда я женюсь на твоей дамочке. И буду жить с ней. Я вообще не знаю, кто она, понимаешь? Первый раз увидел. Ну и пофиг. Все равно. Чё у нас получается? Украсть. Чё по деньгам-то получается? Куда нам идти-то вообще? Походу не туда. Вертолёт! О боже. Ой, блин, я ж тоже хотел посмотреть, а ты? Ты мне всю катсцену прервал. Ты понимаешь, что ты не должен один идти? Я сейчас в другую сторону побегу, и хрен тебе вообще чё. А эти не ездят? Они не работают. Кто сломал? Давай найдем того, кто их сломал, и убьем. Наши... Этот вертолет. Наши каталки сломались. У тебя тоже что такое размытое? Да, и кто-то рычит. О, все теперь нормально. Вау. Это что хрень, которая преследовала нас? Нужно бежать за ней. Ой. Что-то с ней не так. Это единственная, которая хотя бы завизжала. Dark Sky. О боже. Ой! Бей ее! Мне кажется, он хотел со мной поговорить. Не, он хотел со мной поговорить, а ты решил его убить. Я, кстати, бегать не могу, ты тоже? Я тоже. О. Давай защиту. Альма, стой, Альма. Альма, ой, я по ней быстрее. Я тебя защищаю. О, повышение. О, я отразил тебе щитом 300 урона, прикол. Фига себе. Это, оказывается, щит. Ну вот, тогда отражай мне щитом. Тогда иди вперед. Окей. Сигналка включилась. Ну зачем ты прошел с металлическими предметами через... Да, случайно было, черт возьми. Не серчай. Че тут, где враги? Вон они. Прыжки я просто расстрелял. Так, давай на этом закончим серию, это она уже очень длинная. Ну давай. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайк, всем пока и хорошее настроение, походу это конец. Довольно скоро будет. В общем, всем пока.